Приехали, чтобы пошуметь. Фестиваль «Автоглобал-шоу» на аэродроме Есюниха, как и полагается, прошел с размахом и пафосом. На площадке собрались самые тюнингованные, яркие и запоминающиеся машины города и соседних регионов. Их владельцы, конечно, люди, беззаветно любящие скорость, драйв, мощь и немного пафос. Не без этого. Пригласили сюда множество автоклубов. Это и клуб КТА, и клуб лансеров, Mitsubishi Lancer, Ford клуб, Mazda, боевая классика. Ребята откликнулись, приехались. Уже второй раз мы тут собираемся, устраиваем небольшое шоу для зрителей, проводим конкурсы. Поэтому отдыхаем и хорошо проводим время. Организаторы заявляют, тут не важно, навороченная у тебя тачка или нет, не важно, какого она года или какой марки, новая она или с большим пробегом. Главное, чтобы владелец был открыт к общению. И тут уже ему посоветуют, как сделать апгрейд, где купить детали или прокачать движок. Сегодня будут играть в конкурсы, играть в лазертек, летать на самолетах. То есть будет выбираться самый лучший клуб, тюнингованный автомобиль. То есть конкурсы на сцене происходят, будут выступать группы. То есть будет развлекать народ. Наш сегмент где-то 25-35 лет вот в основном. Это молодые все равно ребята, девушки, которые любят движение, участвовать. Участников в этом году больше 130. Александр на автофестиваль приехал из Москвы. Здесь показывает свою любимую машину Mitsubishi Lancer. Правда, от первоначального варианта осталась только обложка. Вся начинка заменена на более совершенную. Эта машина способна разгоняться до 250 км в час. Lancer 10-го семейства с двигателем 1.8, коробка и вариатор, разновидность автоматической коробки передач. А на сегодняшний день это механическая коробка, полный привод и двигатель от Evolution X 374 лошадиных сил. Я владею данным автомобилем уже 8 лет. Планы появляются. На самом деле, на сегодняшний день автомобиль доработан почти, условно говоря, до моего идеала. Но все равно планы какие-то появляются, я их реализовываю обязательно. А вот Григорий решил прокачать не новую тачку, а раритет и преобразить его в соответствии с американским стилем Hot Rod. Мало кто узнает в этой лиловой королеве 401-й москвич. Винтажное авто не только красивое, но и на ходу. Мотор, значит, другой от BMW. Сам мотор М20 называется. Задний мост тоже стоит от BMW. Здесь ничего мы не придумывали. Переместили переднюю ось вперед, так принято делать. Владельцы прокачанных авто предупреждают, тюнинг вызывает зависимость. Поэтому, прежде чем установить в машину какое-то мощное музыкальное оборудование, пневмоподвеску или даже поработать над клиренсом, подумайте, готовы ли вы будете вкладывать все силы и деньги в прокачку. Машина перестанет быть средством передвижения и превратится в любимое детище. Остановиться уже будет невозможно. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.